Ребята, привет, приветики. Ну что, новый день. Сегодня у нас облака, облачно. Очень-очень. Мы позавтракали. Начинается какой-то, не знаю, маленький дождик покрапывает периодически. Не знаю, сидим с Яриком пока на территории отеля. Он вообще тут у меня разлегся, спит. Потому что комары не давали сегодня спать, честно говоря. Очень долго мы засыпали из этих комаров. Вроде бы и попшикали этим... Короче, спреем от комаров, а все равно не летали. Вот. Так что, не знаю, пока сидим. Что дальше будет, посмотрим. В интернете пока что через Wi-Fi подключились. Потому что у нас мобильный уже почти заканчивается. Вот такие у нас тут виды. Бассейн чистят. Ну, а толку, дождь все равно маленький идет, покрапывает. Посмотрим, что будет дальше. Короче, у нас сегодня... Сегодня включили фонтанчики тут около бассейна. Вот так вот у нас сегодня прям празднично. Надеюсь, видно ли. Это еще не все. Еще тут у нас такой скелетик. Вот такая вот у нас тут инсталляция. Вот такой вот Хэллоуин. Короче, решили поплавать, ребята. Если что, Ярослав в черной маске и в нарукавниках. Рядом мальчик, познакомились, он чуть постарше. Плавает хорошо, поэтому Ярика попросила, чтобы он подстраховал. Короче, бесится. Короче, у нас все обленились. Мало кто вышел потанцевать. Мы тоже обленились. Мы наблюдаем, ножками дрыгаем. Да, Яруся? Кто в воде, короче, хоть как-то дрыгается? Кто как? Ребята молодцы, конечно, аниматоры. Они не сильно приставучие, но такие вот всегда на какой-то шухер зовут, как говорится. Но не сильно пристают. То есть, ну, если не хочешь, тебя там не будут силой тянуть. Хорошие ребята. Там еще вот эти вот двое и еще двое. Девушка и парень. Четверо их всего. Так не хочется уезжать. У нас буквально получается, что завтра последний день. Это столько какого-нибудь возьму.
Все, прощаемся с морешком. До самого вечера уже просидели с Ярославом. Ярослав прокупался. Уже даже солнышко начинает заходить. Красиво, тепленькая водичка, тепленькая. Сыночка, сынуля, посмотри сюда. Ярослав, короче, хочет еще купаться. Прилив такой. Все, последний день у нас сегодня. Ночью самолет. Все, идем с пляжа мы в отель. Прогуляться. Завтра в это время уже будем в Бресте. Не верится, честно говоря. Быстро время пролетело. Ну, понравилось нам. Ничего не скажу. Ну, как-то поначалу было как-то, но непонятно. Вроде как-то не очень, честно скажу. А потом вообще уезжать не хочется. Даже, честно говоря. Вот там такие дальше растения, кстати, интересные, огромные. Подойти бы к ним поближе. Вот так вот выглядит вечерний Шарм Эль-Шейх. Так, перешли мы с Ярославом дорогу. Смотрите, какие тут огромные растения. Даже не знаю, что это за они. Такие интересные. Кто знает, напишите. Ну-ка, Ярик, подойди. А, сейчас Ярослава на фоне посмотреть, насколько они большие. Ух, какие они огромные прям. По сравнению с Ярославом. Большущие. Сегодня мы решили идти по другой стороне. Вот там солнышко садится. Вот так все это выглядит красиво. Пальмы. Тепло. Вот сколько сейчас? Наверное, 5 часов вечера по египетскому, да? То есть это если здесь 5 часов вечера, самолет огромный прям летит, то по белорусскому это 6. То есть если здесь 5, по белорусскому 6. Тоже с Ярославом так довольно-таки удивились. Ходим, наблюдаем вроде, да? Бедная страна, но тут такие крутые тачки ездят, в том числе даже такси. Просто невероятно. Но машины здесь реально очень, как бы, такие классные, красивые. Напоследок. Там дальше горы. Вот жаль, не прогулялись мы туда, не посмотрели, что да как. Аккуратненько переходим дорогу. Вот такой наш путь от моря к отелю. Тут какие-то всяко разные отели. Какой-то еще отель. Пахнет всякими этими палочками. Вообще ароматы тут такие прям. Подвисает периодически телефон, особенно днем, когда жара. Сильно подвисает, нагревается очень сильно.
Там, наверное, какая-то пожарная часть. Мне так кажется. Красные машины. Значит, наверное, пожарники. Так подозреваю. Вот так это все выглядит. По всей видимости, наверное, остановка. Вот так она выглядит тоже. Закрыта. Вот это белое здание, это банк. Вот туда я ходила менять доллары на местные деньги. Тоже по номеркам, в принципе, все как и у нас. И, собственно, подходим к нашему отелю уже. Так прогуляться, в принципе, когда солнца нету, да, не жара, очень даже приятно. Не так уж и далеко, как казалось. Слава еще мокрая голова. Вот так это все дело выглядит. Ну, как он смотрится, там еще один вход получается есть, но он закрыт. Дельфинчики. Все. Пришли мы. Мы пешком пришли. Это автобус приехал, мы пешком пришли. Все, автобус привез, называется. Пойдем сейчас в номер наш переодеться. Вот так все это выглядит красивенько. Не устану повторять, что все красиво. Шумновато, людей много уже поприезжало. Очень много людей, с детками побольше людей стало. Там, кстати, мы кушать туда ходим. Уже, коль последний день, уже покажу весь наш путь, да, от моря до номера. Вот так вот мы ходим. Тут что-то растет. Так, тут все красиво. Вот так вот тут красиво. Здесь будем пить колу. Взяли мы колу попить. Ну что, мы сидим уже, ждем наш трансфер. До аэропорта хочется спать. Ой. Мы стоим уже больше часа, наверное. Ну, час точно. Обалдеть. Прошли мы осмотр какой-то, стоим на регистрации. Я так понимаю, там еще будет пограничный какой-то. У нас уже самолет скоро. У нас самолет 8.20, а сейчас 7.54. Не знаю, короче, как это все. Стоим уже на паспортный контроль. Это же последняя, да, точка перед нашим вылетом, дай бог. Короче, опять очереди. Ну, здесь уже побыстрее, да, сына? Сынулька. Ну что, мы стоим опять в очереди. Ярослав сел уже посидеть. Опять, короче, куда-то очередь. Куда? Непонятно.
Ну что, мы только-только сели в автобус, хотя наш самолет 8:20 стоял на вылет. Вот, так что опаздываем конкретно. Рядышком с нами никого нет, так что можно будет, если что, полежать еще. Супер! Да? Сказал нам
бы посмотрим. Еще какой-то город, я не помню. И потом уже Беларусь. Да, это река Нил. Территория Каира. Здесь уже зелень. Покушать горячее. У меня получается котлета из птицы, да, с курицей и макаронные изделия. У Ярослава получается бифштекс с говядиной, с этими картофельными шариками какими-то. Сейчас будем открывать. Так, горячее открыли. Вот так это выглядит у меня. Макароны с котлеткой и с морковкой. И так это выглядит у Ярослава. Там еще соус, походу, какой-то. Ну, сейчас будем пробовать. Вот это вот получается картофельные шарики. У нас получается помидорка, огурчик, типа салатика. Тут получается сыр, этот, как его, зефир в шоколаде, булочка, сок. Так, заправка для салата в соус. Там дальше уже одноразовые идут причиталы все. Может почитать кто-нибудь, что тут написано. Так, и Яричек мой уже кушает, зайчик. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно? Да, очень. Ярика. Я тоже буду кушать. Убедитесь, что ваши ремни безопасности застегнуты, столики закрыты, подлокотники опущены, спинки кресел в вертикальном положении, все электронные устройства выключены или в полетном режиме. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, ready for landing. Thank you very much. Холодно, да, Ярослав? Ярусь, где ты? Шапка совсем на себя не похожа. Холодно. В самом Бресте. Да. Все, прилетели мы в Брест, едем домой уже. Наше путешествие.